Культура малой родины – проект, который призван разнообразить досуг жителей регионов. Он также направлен на расширение возможностей для дополнительного образования детей. С 2017 года программа «Культура малой родины» подарила новую жизнь 49 сельским домам культуры нашего региона. В этом году будет отремонтировано еще 7 ДК в Рязанской области. Конечно, все наши проекты, все наши открытия, все наши клубные учреждения, музеи, детские школы искусств после ремонта, им уделяется достаточно много внимания, проводится много областных, региональных, межрегиональных мероприятий на базе этих учреждений культуры. И, как показывает мониторинг, увеличивается количество клубных формирований, количество посетителей, количество массовых мероприятий. Еще один важный проект – укрепление института семьи, поддержка молодых родителей и их детей. Фестивали, конкурсы, тематические мероприятия и встречи. «Крепкая семья» – это проект, чье главное призвание – системное повышение уровня рождаемости в стране. Работаем с молодой семьей через разные формы. То есть это и школа молодоженов, школа родительского мастерства, школа будущих родителей. В последнее время на площадке центра «Семья» организуется прокат и вещевая помощь. Очень востребованная услуга для молодых семей, когда пара приходит и берет в временное пользование те же самые дорогостоящие кресла, там, кроватки, коляски. В год преподавателя и наставника актуализирован проект «Новая школа». По словам координаторов национальной инициативы создания комфортной и безопасной среды для школьников и учителей, главный залог качественного образования. 20 школ находятся в состоянии капитального ремонта. И поскольку мы тесно сотрудничаем, взаимодействуем с Министерством образования, то на сегодняшний день все школы, все 20 школ к новому учебному году, они будут готовы. Цель проекта – старшее поколение, увеличить продолжительность периода активного долголетия. Для пенсионеров организуют клубы по интересам, встречи и образовательные программы, причем как в областном центре, так и в отдаленных уголках региона. Партийный проект «Старшее поколение» помогает пенсионерам в решении таких актуальных вопросов, как доступность и качество социальных и медицинских услуг, создание условий для пассивной трудовой занятости, расширение досуга к образовательным программам, организации, активное вовлечение граждан старшего поколения в жизнь общества и многие-многие другие моменты. Физическая культура и пропаганда здорового образа жизни, поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды. Каждый из этих проектов призван улучшить качество жизни населения и повысить продолжительность жизни. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».